Здесь вы можете создавать курс, делать его бесплатно, потом его куда-то сохранить на другой хостинг-сервер. Это уже потом. Тема нашего занятия – как создавать тесты. Итак, надо авторизоваться в Moodle. Так, запрос на создание. Так, для авторизованного пользователя надо авторизоваться. Чтобы авторизоваться на этом сайте, вот уже пошла технология. Здесь я применил два метода. Один из них с помощью учетной записи Facebook. То есть очень быстро. Второй вариант, помедленнее, создать учетную запись. Вот так вот создается учетная запись. Придумывает логин, пароль, вводит адрес почты дважды, имя, фамилию, город пишет, после чего ему приходит на почту письмо, проверит, это он или не он, а вход в почту имеет только он, то есть это идентификация личности. Он регистрируется. В письме приходит ему сообщение, что он должен подтвердить, что-то он нажимает по ссылочку подтверждения в этом письме. Все это делает автоматика. И все. И он зарегистрировался. Я не буду сейчас это делать. Я авторизуюсь с помощью уже готовой учетной записи Facebook. Вот она. Второй вид авторизации. Раз. И все. Дальше он спрашивает название курса, которое нам нужно будет вести. Сейчас я его создам. Тренировка. Назову его тренировка. Михаила. Бесплатно можете. Даже и обучать-то можете бесплатно. Описание здесь ничего. Причина создания. Ну, что-нибудь там написать. Тренировка Михаила. И таким образом любой желающий на этом сайте, которым управляю я, может бесплатно подать заявку. Вот. Мне, как администратору, должно прийти письмо, что такой курс надо одобрить. Вот. Я, как администратор, вхожу. И вижу, нормальный человек, одобряю. Вот. Но это я сам себе подал. А для вас там никаких прав нет. Никаких прав нет. Я сейчас вам дам права. Так, говорю, да, одобрить, ничего там не меняю, сохранить и показать. Это работа администратора. Вот это работа администратора. Любой желающий может зарегистрироваться и создать курс, а администратор подтверждает. Итак, курс «Тренировка Михаила» есть, но я хочу, как администратор, войти в режим редактирования и в настройках курса пользователи, записанные на курс пользователи, я ищу. А вас там нету. Вам надо авторизоваться. Вас там нету, поэтому у вас тут ничего и нету. Давайте так. Вот вы сейчас сделаете то же самое. Авторизуетесь, создадите курс. Я вам подтвержу. А пока я расскажу, как делать тесты. Вы потом эту запись получите. Запись идет. Вы потом все это проделаете. Итак, допустим, у нас контент есть. Вот это вот тема один, контент есть. Добавить сюда. Добавить? Как мне ее делать-то? Я просто на добавить элемент или ресурс, да, и выбираю, грубо говоря, вордовский документ, да, он в Word должен быть или в PDF, и как добавлять-то? Сейчас я отвечу. После того, как вы создадите свой курс со своим названием и получите права на этот курс, секундочку, я отвечу.
Роман Михайлович, добрый день. Хотел вас, знаете, что спросить, как можно в Муде сделать вот такой тест? Как можно сделать тест? Да, сейчас покажу какой. Как раз сейчас я с коллегой говорю про тесты. Ну-ка, расскажите, что за тест. Вот такой. Вопрос один. Видите, да, экран сейчас? Да. Вот, вопрос один, дальше ответ. Раз, 3 балла, либо 2, 1 балл. Либо 3, 2 балла. Да, и в конце я суммирую, получаю результат. Ну, вот либо такой, либо такой, либо такой. Или там этого нельзя сделать? Нет, все можно. Покажите еще раз верхний этот, верхний. Вот, например. Ну, как бы за каждый вопрос начисляется 1, 2 или 3 балла. Ну, самое простое, их разбить на 3 вопроса. Вы согласны, что цифровое будущее – это наше будущее? Он говорит «да» или «нет». Если говорит «да», то получает 3 балла. А если «нет», то получает 0. Это 15 вопросов сделать, превратить их в 45, да? Но их же можно копировать. А при копировании трудоемкость уменьшается. И только меняешь фразу. Второй способ. Второй способ. Надо подумать. Здесь же... Я понял ответ. Смотрите. Я понял. Вот вопрос 12. Да? В сеть вы обычно заходите часто 3, каждый час 2, ежедневно 1. Вы создаете один вопрос. За правильный ответ назначаете 3 балла. Если он выбирает вариант часто, вы пишете, это 100% правильного в ответ в настройках Moodle. И тогда Moodle за ответ часто подарит ему 3 балла. Соответственно, если он выбирает вариант каждый час, вы назначаете ему 75%, что означает 2 балла. Подождите, 75 или 60? Нет, 66, вру, 66. А за вариант ежедневно вы назначаете ему 33%, и он получит 1 балл. В результате Moodle все это просуммирует, так? Получит сумму, которая у вас там внизу была. Покажите внизу эту сумму. Михаил, вы слышите? Да-да. Смотрите, тоже вас касается. У меня тут коллега обучается. Вы не против, если он тоже получится? Да, Иванова. Вот эти количества зависит. Дается ему красивая рекомендация. Она выставляется в настройках теста. Там есть опция под названием... Общий комментарий, что-то такое. И дается диапазон. И в зависимости от того, в какой диапазон он попал, Moodle ему даст вот этот красивый вариант. А что не Анжела? Почему главный босс звонит? Это же работа Анжелы вроде. Или тут срочно? Да мне интересно забраться с этим тестом. Это моя вещь, которую, помните, я когда-то запрашивал ассоциации по тому, цифровая, аналоговая и прочее. Да. После того, как эти ассоциации я собрал, я потом все это проанализировал, проработал и составил опросник. Хороший вопрос и хорошее решение дает Moodle. Вот так вот. То есть, если вам потребуется технически, вы даете поручение Анжеле, она со мной связывается, я это делаю. Спасибо. Спасибо, до связи. Михаил? Да. Вы случайно попали как раз в такой вопрос, который касается тестирования и вас тоже. Мы остановились на том, что у вас будут права.
в вашем курсе. Вот это название курса. И у вас будет кнопочка режим редактирования. У студентов ее не будет. И если вы включите режим редактирования, то вы получаете массу различных чудес. Вот этот крестик, это значит, вы можете перемещать этот форум с объявлениями куда хотите. Добавить элемент или ресурс. Вы можете добавить элемент или ресурс. Причем, да, причем вот именно туда, куда вы хотите. Например, в тему 1. Тему 1 по карандашику кликаете, пишите другое название. Попутно мы осваиваем интерфейс Moodle. Но мы сейчас хотим добавить, допустим, контент какой-то. Вот добавить элемент или ресурс. А вот тема 1.1, можно же ее и добавить. Что? А вот, может быть, и добавить, как бы попробовать вот тема 1.1. Правовые организационные основы проведения судебных экспертиз. Да, да. Давайте вот и сейчас и добавим. Вот смотрите, как это все красиво делается. Видите мой экран, вот это файлы, да? Так, документы, ага, вижу. Вы можете, так, а где вы тут? А где вы тут? Так, ну вот я не вижу сейчас вашего файлика, давайте-ка я его найду. Вы же мне присылали вордовский, да. а я его не помню, куда сохранил, Михаил. Да, вы можете вот этот файлик превратить, вот он, сохранить как? В каком виде он должен быть? Он должен быть в Word, либо он должен быть переведен в PDF? Сколько у вас времени? Сколько у вас времени? Время есть. Смотрите, мы сейчас затрагиваем кучу вопросов. Начали с тестирования, захватили управление Moodle, работа с Moodle. И тут же спрашиваем, как лучше контент. Давайте вот на все эти вопросы и ответим, раз у нас есть время. Первый способ вы... можете перетащить вот так вот файлик в нужный раздел, то ли в общий, то ли в тему 1, и у вас этот файлик появился. Но вы спрашиваете. Вот видите, он появился. Вот, его можно карандашиком изменить название, его можно скрыть. Запоминайте, но я хотя это все записывается. Скрыть это да, вы видите, а студент не видит. Вы можете его удалить, вы можете дать роли, кому-то можно, кому-то нет. Вы можете переместить его вправо, у него такой отступ, ступенечка, например, вы хотите, или влево. Запоминайте все. Но первый способ мы рассмотрели, вы даете им в Word. И вы тут же волнуетесь, а увидят ли они его на смартфоне или на планшете, ведь там может и не быть офиса. Это хорошо, он скачает, скачает, но не увидит. Поэтому мы сейчас зафиксируем, что есть другие виды контента, как видео, страницы с текстом. Мы этот вопрос размещения контента, у нас он запланирован, мы его сейчас запутаться окончательно, мы его притормозим. Я скажу, что видно, какой лучше, вы спрашиваете, это зависит от ваших возможностей, они у вас не ограничены, то есть наоборот, они у вас ограничены, поэтому... мы будем так думать, нужно ли нам создавать какие-то особые виды контента, как
там, страницы, или достаточно давать им какие-то готовые файлы для скачивания. То есть сюда, вы поняли, сюда можно drag and drop перетащить любые файлы. Вот можно сразу же вопрос задать? Вот вы сказали, да, файлы для скачивания. То есть человек может как в самом Moodle читать с экрана? Да. Так, вот так я сейчас выключу режим редактирования. Обучаемый кликает по вот этой ссылочке, которую вы разместили, и скачивает ее на свой компьютер. Да, можно. А, он скачивает на свой компьютер. То есть он не может скачивать. То есть он с экрана не читает. То есть он с экрана не читает. Нет, нет, вот не, он не может. Он не может с экрана скачать, если вы даете файл. Читать, хотя если у него установлен Adobe Reader, то откроется ссылочка именно в Adobe Reader. Но это все не то. Давайте я вам покажу быстренько, какие еще есть форматы. Вы можете в виде страницы, вот, страницы добавить контент. Это она имеет название, допустим, занятие. Один. Это название. Описание не обязательное. И содержание страницы. Вот сюда, по идее, вот давайте я тоже... скопировать. Если текст не имеет графики, вот, вот, да, тут никакой графики нет. По идее, можно Ctrl-A выделить все. И Ctrl-V вставить. И в принципе, ну-ка, давай. Вот, и оно вставилось. Причем с форматированием основы судебной экспертизы. Это называется страница. В этом случае, даже если это смартфон или что угодно, вот, сохранить и показать, то он на смартфоне, на планшете спокойно этот текст прочитает. Видите, хорошо вставилось. Или видео, то там есть другие приемы, они несложные, тоже могу сказать. В результате мы... Я понял, сразу вопрос. Мы, да. С точки зрения защиты прав, наверное, лучше какой? Второй вариант? Без разницы, если вы хотите защитить... Смотрите, в Moodle можно запретить копирование в буфер. Вот видите, у нас здесь скачивание. Мы его пока притормозим, скроем. А вот здесь ссылочка. Я сейчас уберу этот режим редактирования. Ссылочка. Если он ее видит, вот эту ссылочку, он ее открывает и читает. Мы можем запретить выделение текста и правую кнопку. Но это все дешевые такие. Но не то, что дешевые. А если он захочет украсть, он украдет все равно. Это понятно. Но Moodle позволяет делать запрет на выделение и копирование. Это ответ на вопрос. Угу. Но это гарантию от хищения тоже не даст. Да нет, это понятно, что если есть на экране, то там как это, принтскрин можно сделать, там все что угодно. Да, да, да. Но поставить блокировку копирования можно. Так, ну, соответственно, если мы поставим запрет на скачивание, то у нас первый вариант размещения контента нам не подходит, поскольку он не сможет его изначально скачать. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому в договоре на оказание услуг. Так. А у нас будет оферта, скорее всего, пока у вас не будет лицензии на образовательную деятельность, вы можете предоставлять технический доступ, платный причем, к информационным ресурсам. На это лицензия не требуется. И там в договоре вы будете прописывать, что они обязуются использовать только для личных целей, для себя. Они же получили, пожалуйста. Но категорически запрещается передача. Ссылка, копирование, даже фрагменты, все запрещается, и иначе преследуется по закону. Хорошо? Ну, да, я понял, но проверить тяжело.
Ну, а как вы думаете, массовые открытые онлайн-курсы на Курсере разве не так предоставляются? Они только через вот эти страшилки, права защищены и соглашения, все это. Весь мир так публикует. И в том числе и платный доступ воруется. Но для этого пишется грамотная текстовка договора оферты. Вот. А иначе ничего не продадим. Так, если будем защищать, так ничего не продадим. Поэтому при покупке он подписывает соглашение. И там еще внизу в тексте где-нибудь там в заголовке еще и страшилочка. Спасибо, что вы к нам пришли. Напоминаем по политике сайта. Все данные предоставляются только вам, без права передачи. Хорошо? Да. Я думаю, нормально. Итак, идем дальше, наконец, к нашему тесту. Вот мы контент разместили. Еще можно ролик ставить сюда. Это не суть. Мы хотим научиться. Мы как бы с контентом уже галочку себе поставили. Он будет. Мы его сделаем. Классно. Нас волнует вопрос, а как же проверить эти знания? И для этого мы используем чудесный элемент. Еще один важный терминологический момент. Элемент или ресурс. Это два разных явления в Moodle. Элемент – это то, за что ставится оценка. Ресурс – это просто то, что пассивно смотрится. Вот тут оценки не будет. Вот, например, тест. Мы кликаем, вот он, тест. Тут же на русском языке с правой стороны мы видим. Сразу же вам спросить, сразу же, добавить элемент или ресурс. То есть вот у нас элементы получается, да, можно по самый верх? Да. Вот у нас элементы, интерактив, элементы, это анкета. Да. База данных, видеоконференция, вики. Вот вики, не знаю, что это такое. Задание, лекция, обратная связь, опрос, пакет с Chrome, посещаемость, семинар, сертификат. То есть элемент – это то, что оценивает слушатели, да? Элемент – это то, что фиксирует его активность. И эта фиксация выражается или в виде оценки, или какого-то явления, например, получение сертификата, или он зафиксировал свой голос в вопросе, он оставил свой цифровой след, прошел лекцию, где там тоже есть оценка. Задание – это значит… Он что-то написал на видео вот, или... Если, к примеру, эссе, то нам можно просто задание выбрать, да? И уже там в задании проваливается, там написать эссе на такую-то тему. Он эту тему напишет, прикрепит, и уже его там преподаватель прочитает. Он может написать, может наговорить на смартфон, может записать на камеру, может достать фотографии, как он украсил елку, что угодно. Я понял. Все. Вот это очень важно. Элемент – это активность. Еще раньше называлась активность в первых версиях Moodle. Потом активность, как-то спорили элементы. Мне не очень нравятся элементы, активности были лучше, но пусть будут элементы. Мы выбираем тест и нажимаем «Добавить». Или просто двойным щелчком нажимаем по тесту. И тут у нас, я сейчас готовлю ролик, готовлю занятие. Вообще тестирование – это классная штука. Она позволяет автоматизировать. Это сказка. Она позволяет заменять преподавателя и оценивать, как контент он освоен. Но эта сказка, вот как я веду аналогию, два молодца одинаковых с лица. Есть такая русская сказка. Вот тут тоже два таких молодца, которые могут или завалить, или помочь всей работе. Первый молодец – это настройки. Вот мы добавляем тест, даем ему название тест 1. Вступление можем не писать, другие настройки. А второй молодец – это банк вопросов.
И вот я буду в этом ролике, я вам покажу его обязательно, как только сделаю. Я буду говорить, что в настройках мы создаем настройки, например, начало тестирования, окончание. Moodle помогает, подсказывает, а преподаватель должен понять замысел решения, надо ему включать или не надо. Вот если в ВУЗе сессия заканчивается и дальше все, да, то можно включить. Если это платный курс, где постоянно идет набор и выпуск, кто хочет, пусть и тестируется. Следующая настройка. Включить время, допустим, 10 минут. Угу. Обычно или 20, ну, неважно. Обычно на одно задание 2 минуты, но опять же, бывают математические, бывают простые там вопросы. Или не включить. Угу. После истечения времени. Так, вот я сейчас даже сам забыл. При истечении времени. А, открытые попытки отправляются автоматически. Вспомнил. То есть время закончилось, вот то, что он успел, то успел. Остальное это двойки ему, то, что он не успел. Ну, да, не сделал, как бы неправильно. Вот. А тут вот везде, вот если забудете, ну, да, вот, да, я... есть вот эти инструкции, что произойдет, если студент не отправит. Давайте мы пока не будем усложнять. Я обычно говорю, вот здесь очень много лишнего. Вот оценка, тоже можно ничего и не менять. Хотя, если у нас будет проходной балл, допустим, 3, вот тут я говорю, вот это Moodle не знает. Какая у вас шкала? 5-бальная, 10. Если 5-бальная, то проходной балл, значит, скорее всего, 3 балла. Ну, да. Дальше, количество, если у вас 100%, допустим, проходной балл 60. Если не знаете, лучше ничего не пишите. Количество попыток Moodle не знает. Вы можете сказать, допустим, а может неограниченно. Вот как вы хотите. Ну, пока, если не знаете, пропускаете. Метод оценивания. Высшее, среднее или первое? Ну, высшее, наверное. Высшее. Да, если там из 3 попыток, он там максимальное. А некоторые говорят последнюю. То есть это решает педагог. Moodle не знает. Это согласен я. Я даже и не даю рекомендации. Какие хотите, такие ставьте. Вам виднее, вы автор. Расположение. Вот у вас там 10 вопросиков. Лучше не мучить человека все на одной странице их и показать. Если там у вас их десятки, то, может быть, по 5 вопросиков. 5 ответил, следующую серию. Но в данном случае вот так. Показать больше. Метод навигации свободный или последовательный. Ну, тут можно догадаться. Да. В любом порядке. Свойства вопроса. Случайный или не случайный? По умолчанию, да, перемешивает. Режим поведения. Вот тут есть сложности. Поначалу ничего не менять. То есть ответил, в конце нажал проверить, он говорит, проверит в конце, когда все ответишь. Называется отложенный отзыв. Разрешить повторный ответ попытки? Нет. Вот если у вас... Немедленный отзыв, наверное, должен быть. А? Немедленный отзыв, наверное, должен быть. Вот да, немедленный отзыв, то есть он не до конца, вот вы уже сами догадываетесь. Но он ответил, и сразу же ему ответ. В этом случае у него будет кнопочка «Проверить», и он каждый вопросик тут же проверяет. Если вы захотите, чтобы после этого у него была еще одна попыточка по этому вопросику, вы можете ему включить, а можете не включать. То есть вы чувствуете, какие колоссальные возможности. И это только вы можете знать, надо это или нет. Каждая попытка основывается на предыдущей. Да, то есть если он неправильно ответил, ему снова этот неправильный дается. Настройки просмотра. Вот.
настройки просмотра. Если вы... Алло, здесь? Вы здесь? Да, да, да. Алло, вы здесь? Я здесь, слышно? Алло. Да, да. Алло. Нет, тут... Слышно? Да, да. Слышь, да, слышу. Это у меня. Вот это вот, очень важно, настройки просмотра. Если сразу после попытки вы покажете ему то, что по умолчанию стоит, правильный ли ответ, он увидит, правилен или нет. Увидит баллы по умолчанию, общий отзыв по каждому вопросу. Увидит правильный ответ. Если он увидит, он его запомнит или запишет, и следующая попытка. Слышите? Да-да-да. И если вы оставите вот так правильный ответ, то он 100% следующую попытку выполнит на отлично. То есть Moodle не знает ваш замысел. Может быть, вы хотите, чтобы он видел правильный ответ. Ну, я понял, да. Это вот, вот это вот. Я буду учить, рассказываю про вот этот замысел. Это нужно самому думать. А Moodle помогает. И тогда появится у вас или молодец из ларца, а может быть, будет дубинкой бить и мешаться. Вот это все нужно выбирать. Я обычно советую так. Не показывать правильный ответ. Баллы пусть будут. Не показывать вот этот правильный ответ. Пусть идет и заново учится. А итоговый балл, да, пусть будет. Вот и все. И здесь то же самое. Пока тест открыт. То есть до истечения даты. А вот это вот, если будет дата, после которой он закрывается, вот тогда здесь появятся тоже настройки. Например, вы хотите, чтобы после сессии он что-то еще увидел. Во время попытки не показывать ему правильный ответ. Не показывать правильный ответ, иначе он не будет думать и учиться, а будет механически запоминать и тыкать на кнопки. Идем дальше. Вот это вот можно пропустить. Это если у вас в классе они сидят, и вы проходите вдоль парт и смотрите, под своей ли учетной записью он зашел, и вы можете прям по фотографии увидеть, что это он зашел. Но это вас не касается. Пропускаем. Но фиксируем, насколько умный Moodle. Так, оценка в десятичных не обязательно. Это будут лишние цифры. Забивайте. То есть один десятичный знак. Отображать блоки во время прохождения тестирования. Я бы, наверное, включил бы показ этих блоков, чтобы видеть навигацию. Там находится полезная информация. Пусть будет. Дополнительные ограничения на попытки. Например, вы захотите дополнительные попытки только через кодовое слово. Вот такой вы суровый преподаватель. Вы можете по IP-адресу, допустим, вы догадываетесь, что они могут передавать логины и пароли только дома или только в классе. Вот тут вы можете заставить принудительно не давать ему после первой попытки пройти тест раньше 30 минут. То есть говорить ему, ну-ка подумай, посмотри. Еще раз. Слышать, да? То есть принудительно ограничить ему механическое прохождение теста. Даете ему какой-то интервал времени, пусть он почитает, или не надо. В этом случае он будет тыкаться и натыкает пятерку. А это вот между последующими попытками. Допустим, вы говорите, ага, первую попытку я тебе дал полчаса, а ты опять получил двойку. Тогда, дорогой, ты, пожалуйста, наследую тебе день, сутки на размышления, иди читать. Тогда он, ему деваться некуда, он пойдет читать, а не тыкать механически. Вот такой умный Moodle. Безопасность браузера, да, вот это вот запретить ему копировать
текст в буфер, чтобы вставить его в поисковую систему. В этом случае, но это будет JavaScript, оно не будет работать на смартфончике. Поэтому не ставим. Разрешить тест в автономном режиме с использованием мобильного приложения. Так, тут что-то оно не работает, пропускаем. Итоговый отзыв. Вот сейчас ко мне обращался коллега, называется итоговый отзыв. Вы можете в зависимости от границы оценки в процентах написать ему тест. Например, если он набрал 80%, да, от максимальной, вы пишете ему текст, там, даже картинки можете, даже видео вставлять, даже гифы шевелящиеся. Ура, молодец! Вот здесь вот можно в редакторе вставлять изображение, видео, все. Это вы написали, это, по-моему, под 100% вы написали, да? Это 80 и выше. А, и это пишется вот там, где вот вы пишете, умница, да? Какая улица? Умница. А, умница. Умница. Да, да, вот он, вы выше и более. Тут текст, причем, может быть, длинный там, вы проявили чудеса, вы поразили старанием. Это мотивирующе. Пока это тоже пропускаем. Общие настройки модуля. Общие настройки модуля. А, ну, доступность, то есть вы можете его скрыть, не хотите черновик показать, а можете сразу показывать. Это для преподавателя, чтобы он не хотел, чтобы они не видели, пока он его не закончит. То есть он с ним работает, отображает. Вот это вот, если у вас несколько групп, например, новички, там, опытные, вот изолированные, они друг друга видеть не будут. А видимые группы будут видеть. А при чем тут тест? А при чем тут тест? Да, я правильно сказал, при чем тут тест? Ну, в общем, это видимые группы, изолированные, если есть группы. Если нет, значит нет. Это удобно для преподавателя. Например, у него есть филиал. Человек. Слышно? Ну, я говорю, это если 10 человек, он 10 человек сгруппировал, изолировал их между собой, да? Да, я не договорил для чего. Для аналитики. Например, у него есть группа в Сочи, группа в Иваново, группа в Москве. И он в отчете по тестированию будет их фильтровать. Что мне, как у меня сочинцы. И даже графически они будут отличаться. Там график гистограммный будет показывать, и вы будете видеть, как они отличаются. Но у нас нет групп. Ограничение доступа. Вот это классная штука. Добавить ограничение. Называется условный доступ. Например, вы захотите. Не давать ему тест, пока он не просмотрит текст. То есть, пока не завершит элемент. Или видео. Например, вы выбираете элемент. Должен быть выполнен. А какой элемент? Вот он. Занятие 1.1 он должен выполнить. А ответка о выполнении, вот если он его открыл, значит, он выполнил. Представляете, какой мощный модуль? Да. И пока не будем это делать, мы еще к этому вернемся. Это вообще супер штука. Условный доступ. Добавить ограничения. Или, например, не наступит дата. Или пока не получит оценку. Или целую кучу условий не выполнит. Пока, например, он должен заполнить анкету, там, пройти тест входной, посмотреть инструкцию, принять кодекс чести, еще что-то, что-то. Вот эта классная штука тоже есть, мы ее пока не трогаем. Выполнение. Когда этот элемент тест будет считаться выполнен? По умолчанию пишется, что они сами себя могут оценивать вручную. Раз и поставил галочку «Выполнено». Вот она честность. А есть, можно вообще не отмечать, есть уже при выполнении условий. Вот это интересно. Например, требуется, чтобы посмотрел этот тест, чтобы получил оценочку,
чтобы получил проходной балл. Можно еще ему подать и запретить. Представляете? Вот пока, если он просмотрит, получит оценку, причем проходной балл, тогда в Moodle появится галочка, что он этот тест прошел. А еще и сказать ему, до какого числа прошел. Если ты прошел после сессии, то это уже не считается. Вот такие настроечки. Пойдем дальше. Теги не нужны. Они нужны, если у вас много курсов, много сотрудников, и вы хотите разыскивать по тегам. Например, это тег Михаил. Вот это то, что делал Михаил. Например, кроме Михаила там еще есть люди, и вы хотите потом искать. Не обязательно. Компетенции. Никто в России не знает, кроме Белоножкина, что это такое. Но оно и не всем нужно, поэтому пока его пропустим. По завершению, вот это вот уже относится к компетенции. Пока это не трогаем. Сохранить и показать. Вот это мы первое. А что-то он ругается. Видите, не сохранил. И что-то тут прокручиваем. Вот если он не сохранил, то он должен красным цветом заругаться, что ему не нравится. Я не вижу красного цвета. А вот, видите, вот если Moodle не сохраняет, то он всегда красным пишется. Поскольку я проходной балл поставил, там 3 балла. Да, значит, нужно удалить. Максимально неизвестен, поэтому я пока уберу проходной балл и сохранить и показать. Дело в том, что этот первый молодец дал нам только настройки, но в нем нет ни одного вопроса. И тест не знает, а какой максимальный балл. Вот когда появятся вопросы, тогда можно говорить про проходной балл. Теперь мы, наверное, мы перейдем к вариант редактировать тест или банк вопросов. В принципе, одно и то же. Редактировать тест, он нам предлагает добавить, вот здесь не очень видно, из банка вопросов вопросы. Давайте мы сейчас так и сделаем. Пойдем в банк вопросов, нажмем на вопросы. И там их пока нет, пусто. Их пусто. Вот наши категории. Это у меня по всему сайту. Вопросов нет. Но все-таки давайте начнем этого молодца выстраивать правильно. И создадим. Так, где там? Опа. Добавим категорию. Это он за весь сайт для Белоножкина показывает. Мы в родительскую категорию тренировка Михаила добавим категорию под названием тема 1. Потому что будет тема 2. И мы хотим, чтобы вопросы были разбиты по категориям. И мы будем видеть, когда будем формировать итоговый тест, мы можем из этих категорий сделать выборочку. Все, и добавить категорию. Все, у нас добавилось. Где? Что-то я тут не вижу. А, это у меня столько много, у вас столько много не будет. А мы видим, что вот она, тест 1 добавилась. И в ней 0 вопросов. Ага. Вот теперь мы нажимаем на вопросы. Выбираем категорию. Тема 1. Вот, мы зашли в тему 1 и создаем новый вопрос. Создаем. Появились типы вопросов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кстати, тут и эссе есть. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 типов вопросов. 16. Некоторые из них нестандартные, только у меня есть на сайте вложенные ответы. Но сейчас это нам не важно.
Мы выбираем множественный выбор. Нам другого пока не надо. Да, он позволяет выбирать один или несколько правильных из списка. И нажимаем «Добавить». Вот это легко. Это легко. Вы даете ему вопрос. Открываем Word. Вот он, тест 1. И копируем. Чем регулируется? Копипаст. Копипаст. И здесь. Название и текст. А, только первый лучше убрать, потому что там они будут перемешиваться. Ага. Дальше. Пал по умолчанию. Единица. Если вы считаете, что этот вопрос тяжелый или легкий, вы можете изменить. Это я понял. Общий отзыв не нужен. Он общий. Чтобы он не ответил, здесь пишется текст. Спасибо за ваше старание. Но пока это смысла особого нет. Ну, после каждого вопроса, конечно, наверное, после всего теста можно написать. Да, да, да. Да. Идут сколько? Один правильный вариант. Поэтому один ответ. Бывает несколько. Мы отправляем. Случайный порядок, да. Нумеровать. Вот он по умолчанию их литерацию вставляет. А, Б. Может, я советую не нумеровать. Лишние буквы, лишняя информация ничего не дает. Да, да. Ряд ответа. Кодексом Российской Федерации копии паст. Вот он. И поскольку это 100% правильный, мы пишем ему 100%. Вариант 2. Статья такая-то. Вставили. 100% неправильный, пишем минус 100%. И только так. Если напишем 0, ну что, тогда получается, можно ахинею нести и получать 0. Нет. Надо ставить ему минус. То же самое и это. И тоже минус. И тоже минус 100. А, да, вы уже поняли. Тут и последний вариант. Давайте я сразу же спрошу. Конечно. Тут вот сейчас вопрос номер 2, к примеру. Да, у нас тут в вопросе номер 2 два правильных ответа. То есть у нас получается первый 50%, второй там правильный, там второй правильный тоже 50, и, грубо говоря, два остальных неправильных – это минус 100. Поскольку тут несколько. Но тут надо подумать. Он может за этот получить 50%, а за этот минус 50. Понимаете? Давайте сейчас я вот этот закончу. Давайте. Сохранить. Не факт, что сохранится. Нет, все нормально. Нет, все нормально. Если бы там был бы какой-то косячок, например, сумма правильных ответов не равна 100%, он бы показал бы и написал бы. Вот смотрите, что у нас, какая классная штука получилась. Мы увидели первый вариант вопроса. Это его иконочка, множественный выбор. Вот так вот у каждого своя иконочка. Название. О, почему у него... А, это в названии цифра 1, а в самом вопросе цифра 1 нет. Далее. Теги. Например, вы можете, если у вас их много, по тегам еще группировать. Например, этот водил Михаил, а этот водил Юрий. Шестеренкой вы можете его отредактировать. А здесь вы можете его дублировать. Например, повторяющиеся вопросы с одинаковыми настроечками. Вы можете сэкономить кучу времени, если возьмете дублировать. Дальше. Предварительный просмотр. Хорошая штучка. Сейчас посмотрим. И, наконец, последнее. Удалить. Здесь кто создал и кто редактировал. Бывает, один создал, другой редактировал. Видно, кто крайний. Moodle очень хорошо нам помогает. Ничего лишнего не делает. Проверяем. Проверяем. Выберите один. Вот я нажимаю этот. Нажимаю «Отправить и завершить», и он мне, опа, показал, да, я зеленая галочка, один балл. Значит, сначала
еще и сам пишет комментарий, верно. Беру другой, отправить и завершить. Опа, минус один балл, ничего себе. Суровый товарищ, сразу штрафует. Угу. Ну, то есть, соответственно, если 0, будет 0. Если она, да, будет, если будет 0, то будет 0. То будет 0. Давайте это проверим. Кстати, и сам пишет комментарии на автомате. Мы их там нигде не вставляли. Давайте закроем момент со шкалами. Вот шкалы – это очень важно. Если мы один вариант, тут 100, а здесь напишем нули, то да, он может эту балду писать, мы так и напишем, пусто. Нет, а вот. Ноль там, наверное, пусто. Есть, да? А там, по-моему, нет. Вот оно. Так, нуля я тут. По-моему, я видел. Пусто, пусто. То есть ничего. Все, понял. Это более такой деликатный вариант. Сохраняем. Не ругнулся, все нормально. Не ругнулся. Опять нажимаем по лупе и смотрим. Выбираем неправильный. Это правильно уже. Завершить. Вот. Пишет неправильно. 0 баллов. Вот такой более деликатный. Неправильный. Что вам лучше? То ли минус 100, то ли это штрафы, да? То ли 0. Ну, к примеру, там, он должен там 85% там правильных ответов. Ну, грубо. У него там должно быть. То есть он должен там на 8,5 там, да, правильно ответить. Или там на 9. Просто каждый неправильный ответ будет его еще вниз тянуть. Да, вплоть до минуса. Да, да, да. Зато смотрите, этими штрафами заставите мозги скрипеть. Угу. Вы немного создали тестов, вот сейчас мы их откроем, тут немного, но их надо знать идеально. И вот этими штрафами вы его заставите, забьете, учил, кодекс, вот он. Как только начинаете либеральничать, ну ладно, пусть я будет нолик там туда-сюда. Я согласен, да, сядут, поедут. Он расслабляется, он думает, а, ну ноль и ноль. А штраф, это уже ничего себе, я не туда полез, это же правовые вопросы. Он такой суровый преподаватель, ну-ка выучу. Потому что в суде там или где, там будет еще хуже. Ты проиграл суд. Да вот я боюсь. Люди-то такие учатся, что не всем это может вообще понравиться, такая суровость. Да, но вы знаете, что те, которые либеральничают, строят глазки, популизма добиваются, их и не боятся, и не уважают. Да. Если он строгий, требовательный, он заставляет учиться, вот он монстр, он выучит, хочешь не хочешь, выучишь там. Да, просто по своей практике было, вот даже вот в очном обучении по своей практике тоже в депо было. Один мне вообще выдал, я говорю, за такие деньги, которые я вам плачу за обучение, вы мне должны диплом там с доставкой на дом принести, а вы меня учиться заставляете. Выдал. Ну, это же неправильно. Да, ну, нет, ну я это просто говорю, что это, вот у меня просто было, это, там обучение там стоило 40 тысяч рублей, он говорит, за такие деньги мне домой должен, говорит, его принести с доставкой. Мы должны исходить, что обязаны все, и обучающий, и обучаемый. Да. Положение обучения, положение прохождения, как он называется, положение об образовательной деятельности любого образовательного учреждения предполагает обязанности обучаемого. Он обязан своевременно и в срок выполнять все предусмотренные учебными планами задание. Все. И если он его не выполняет, то его выгоняют. Если вы будете либеральничать и идти на поводу, ничего не выучит. Но это ваше решение. Идем дальше. У вас вопрос. Второй. Давайте его закончим. Создать новый вопрос, потом вы все это проделаете самостоятельно. Выбор.
тот же самый вариант. Так, берем название. Название. Пусть там будет с нумерацией, а вот здесь... А, тут тоже оказался без нумерации. Вариант 1. Хотя вот здесь два правильных, можно было бы пойти ему навстречу. Вполне, вполне вот напрашивается, он же тяжелее в два раза. А может быть и нет. Но два несколько, случайные, ага. Да, не нумеровать. И вот этот первичный, это ровно 50%. Так. Отзыв не пишем, можно написать, ну что вы там, Семен Семенович. А, но знаю, что Moodle и сам такие отзывы поставляет в виде верно и неверно. Комиссионные. Это неправильно, это минус 50. Далее. Вот тут уже строго. Повторные. Соответственно. Сколько? 50. Правильно. Нет, минус 50 будет. Правильно. Комплексные. 50. Это минус. Минус. Вот. Угу. Сейчас я сделаю специальную ошибку, чтобы вы увидели. Если вдруг сумма не будет соответствовать 100%, посмотрите, что происходит. А, здесь, да? Он не сохранит. Почему? Ты бы с минусом поставил. С минусом-то он сохранит. А, сохранил. Так, это я еще решаю, как его утопить. Раз ты такую ошибку сделал. Если 2 плюс 2 ты говоришь 5, то это там минус 50%. А если 2 плюс 2 ты говоришь 6, то ты вообще негодяй, там минус 100. Я сейчас другую ошибку сделаю. Надо сделать 50 и 60 плюс. Вот здесь да, вот. Да, да, или 100. Да, да. И вот 75. Да. Там, вот. И нажму сохранить. И продолжить редактирование. Такое тоже возможно. Все. Ну, а где все? А, вот, красненьким пишет. Не составляет. Очень умно работает Moodle. Мы ставим ему 50. Угу. А, нажимаем. Так, здесь 50, тут тоже 50. Минус 50. Вот тут есть две кнопки. Сохранить, и тогда он покажет нам то. Или сохранить изменения и продолжить редактирование. А самое классное, вот эта вот лупа тут есть. Вот мы сохранили. А, это предварительный просмотр прямо сразу же здесь можно сделать. Да, да, да. Да. Вот, он не, вот тут он не ругается. Оп. И вот эта лупа или вот этот предварительный просмотр, мы можем посмотреть, что мы сотворили. Вот я сейчас делаю... Такой и такой. Балл 1. Отправить и завершить. Опа. Один правильный, один неправильный. Да. 0 из 1. А должно быть 0,5. Почему? А, у нас... 1, 50. А, все, все, все. У нас 0,0. Это мы, да, мы строгий вариант сделали. Соответственно, если строгий. У нас... Да, хотя могли быть 0. И тогда да, бы он заработал бы 1. 0,5. Да, 0,5, правильно. А, все, знаете, все, согласен. Так, все, я понял. В общем, вы поняли. Это колоссальный хороший такой вот второй молодец. Но мы только лишь его подготовили, этого молодца, второго молодца. Мы создали, ну, вы там добавите еще свои, мы создали вопросы. Но в самом тесте этих вопросов еще нет. Возвращаемся в тест 1. Вот он, в хлебных крошках наш. Нажимаем. Вопросов нет, мы знаем. Мы только лишь настроечки создали. И вот тут мы нажимаем на эту маловидимую кнопку «Из банка вопрос». Вот он, наши категории. Мы из темы 1, в которой уже по счетчику видно, что там отлично. У вас там будет больше. Выбираем эту категорию именно из темы 1 и видим эти вопросы. Нажимаем вот сюда «Выбрать все» или по одному. Вот.
и добавить выбранный вопрос в текст. Так. Еще чуть-чуть потерпите, и будет классно. Они добавились, но он максимальную оценку по умолчанию ставит 10 баллов. А нам нужно 5. Вот это надо сделать обязательно, сохранить. И тогда он все вопросы, сколько бы там ни было, 2, там 200, он все приведет к 5-бальной шкале. Угу. И вот когда мы поставили 5 баллов максимальную, мы можем установить пороговый критерий. Вот теперь мы можем, потому что в этом тесте он видит, что такое максимальный балл. Вот они тут есть. Кстати, они вот и баллы за каждую по умолчанию. Хотите, прямо тут же можно по карандашику изменить стоимость каждого задания. Все. И теперь, если мы снова заходим в тест, так, в тест, мы уже видим, ага, уже можно начинать тестирование, но мы зайдем в его настройки, вот этот первый молодец с настройками, мы в поле оценка поставим проходной балл 3. Так, сохраните, показать. Вот теперь он не ругается. Он понимает, что там 5-бальная шкала. Все. И дальше обучаемый. Так, давайте. Ну да, обучаемый. Начинает тестирование. Кстати, у администратора оценки не сохраняются в ведомости. Вот он видит один вопрос, второй вопрос. Видит все эти вопросы. У обучаемого есть, то есть у обучающего есть кнопочка «Редактировать». Потому что он, если что, может сразу же отсюда, вдруг что-то не так, опечатка, может отредактировать. Они перемешиваются, вопросы и варианты ответа. У нас был включен режим проверки, вот он проверяет. Ага. Так, ваш ответ неправильный. Угу. А попытки больше нет. Это вот настройка, у первого молодца настройка включена, что он может сразу же смотреть, не дожидаясь. Угу. Так. Уже ему неприятно. Начинает думать здесь. Опять проверить. Ну, опять мимо. А, нет, угадал. Ваш ответ верный. Вот, один балл получил, извиняюсь. И нажимает закончить попытку. Тут Moodle начинает немножко издеваться. А, показывает, что... Если он пропустил какой-то, он напишет вопрос без ответа. И может вернуться к попытке. Но нам уже бесполезно, там уже все стоит. Отправить. Moodle такой вежливый переспрашивает. Вы уверены? Да, уверен. Все. И вот, пожалуй, пошел третий братец, аналитика. Сколько баллов? И какая оценка? Это не одно и то же. Причем как в баллах 2,5 из 5, так и в процентах. Отлично. Сколько времени? Ага. Где правильные? Видите, в настройках я убрал. Если бы оставил показывать правильные, он бы все правильные зелененькой галочкой и зеленым полем, красным крестиком и красным полем очень хорошо бы. В этом случае хорошо делать тренажеры. Одни тесты для тренировки, а другие тесты на зачет. В тренажерах показывают правильные и неправильные, но их оценка невысокая. У тренажеров даже вообще нулевая оценка. А вот в итоге он там уже на время, никаких подсказок. И очень жестко. Все, это увидел обучаемый. Это увидел обучаемый. Про третьего братца, про аналитику. Я сейчас не буду говорить, она не сложная, там настраивать нечего. Вот когда у вас будет, вот это мои попытки администратора, когда у вас будут студенты, у вас появится цифра, сколько прошло тестов. Слышите? Да, да. Вот тут сколько прошло тестов, допустим, 15.
Вот когда у вас будет много таких вот, вы можете анализировать, где они ошибаются больше, где меньше у всей группы. Сейчас студентов нет, поэтому этой аналитики нет. Но сейчас пока еще рано. Вот вам задание. Посмотреть этот ролик, зарегистрироваться через Facebook или как угодно. Если... Разместить туда контент простейшим способом, дрэг-н-дропом файлик, и создать первый тест по первой теме на зачет. Хорошо? Да, все договорились. Какие есть вопросы? Ну, пока вопросов нет, давайте просто по ходу я уже буду их, наверное, задавать. Хотя я думаю, я тут по видео это все, наверное, смогу сделать. Да, я останавливаюсь.